Здравствуйте! В эфире программа «События культурной жизни», в студии Ирина Бреусова. Сегодня в выпуске. Выставка, посвященная столетию русских сезонов Сергея Дягилева. Вручение Шолоховской премии. Премьера фильма «Коко Шанель и Игорь Стравинский». Выставка Дейнеки на Крымском валу. Постоянная жажда работы, неиссякаемая энергия, врожденная комедийная жилка – все это неподражаемая Татьяна Пельцер. Себя она называла счастливой старухой. Ей ничего не стоило в 75 лет отплясывать на крыше троллейбуса, прыгать с забора или висеть на канате. Татьяна Пельцер была мастером эпизода. Ее маленькие роли могли затмить главного героя и перетянуть внимание зрителя на себя. На этой неделе поклонники и коллеги вспоминали любимую актрису и отмечали ее 105-летний юбилей. В течение недели вся страна, да и весь мир, будет отмечать юбилей поэта, о котором знают даже те, кто не прочитал ни строчки его произведений. Без него немыслима русская и мировая литература. Знатоков и поклонников его творчества не счесть, впрочем, как и многочисленных родственников, живущих в разных уголках нашей планеты. Ай да Пушкин! 6 июня исполнилось 210 лет со дня рождения великого русского поэта. Ровно век назад знаменитые русские сезоны Сергея Дягилева потрясли Париж первым балетным спектаклем. Успех был ошеломляющим, а исполнитель главной роли Вацлав Нежинский покорил публику своим мастерством. Сегодня столетний юбилей русских сезонов отмечают в разных городах России и зарубежья. Это и грандиозный проект «Русские сезоны 21 века» в Литве, и подготовка к фестивалю «Русские сезоны по скриптум» в Париже, гала-концерты в театрах Москвы и Санкт-Петербурга, огромное количество выставок. И даже знаменитые кутюрье Зайцев и Лагерфельд не остались в стороне. Русским сезонам они посвящают свои новые коллекции. Вот такой размах празднования столетия Дягилевской идеи. А вот о том, как это событие было отмечено в Московском музее декоративно-прикладного и народного искусства, рассказывает Екатерина Перязева. У большинства москвичей Дягилев ассоциируется с самым известным ранее клубом. А посетив эту выставку, жители и гости столицы смогут узнать о куда более известном и влиятельном предшественнике клуба Сергее Дягилеве, чьи русские сезоны изменили моду начала 20 века. На выставке демонстрируются никогда ранее не экспонировавшиеся костюмы к спектаклям дягилевских русских сезонов. «Весна священная», «Жар птицы», «Синий бог», «Шахерезада», а также здесь можно увидеть пуанты великой Тамары Корсавиной, в которых она танцевала коломбину в балете «Карнавал». Именно с них и началась коллекция, представленная сегодня в Музее декоративно-прикладного и народного искусства. Коллекция началась несколько спонтанно, а когда я переехала в Лондон и стала наводить порядок в доме моего мужа, я случайно наткнулась на пару черных крошечных пуант, на которых была надпись по-английски «3 июля, карнавал, CW Beaumont, with friendly feelings». А довольно быстро я поняла, что это великий балет Русь, дягилевские русские сезоны, балет «Карнавал». В итоге мы выяснили, что пуанты принадлежали самой Тамаре Корсавиной. Около 3 лет назад появились первые предметы коллекции, а сегодня она состоит из 12 костюмов. Правда, на выставке представлены только 7 из них, остальные в данный момент находятся на реставрации. И надеемся, в скором времени они порадуют нас своим появлением в одной из экспозиций. В процессе, так сказать, познания принадлежности этих пуант я познакомилась с людьми, которые являются настоящими фанатами русских сезонов Дягилева, включая куратора нашей коллекции Сару Вудкок, который хранил театральный костюм музея Виктории Альберта на протяжении 30 лет. Через некоторое время нам предложили купить 3 костюма придворных дам к спектаклю «Песни Соловья» работы Анри Матисса. И дальше уже все понеслось. Если мы видим костюм, мы его покупаем, далее мы его реставрируем. 100 лет костюмы, созданные по эскизам выдающихся мировых художников Бакста, Рериха и Матисса, хранились в частных коллекциях. И вот теперь представлены широкому зрителю.
Театральные наряды знаменитых русских сезонов размещены в постоянной экспозиции музея, что создает неповторимый цельный рисунок эпохи и особую атмосферу. Русский стиль и Дягилев – это практически для Европы слова-синонимы начала 20 века. Поэтому мы и разместили эту выставку в нашей постоянной экспозиции. Ведь Дягилева не было в России. Он делал свои спектакли только для Европы. И поэтому мы таким образом вернули ту эпоху. Эти предметы дают возможность оценить вершины театрально-декорационного искусства того времени и представить блистательную хореографию Нижинского, Лефаря, Фокина. Как директор музея я всегда жду посетителей. Я жду тех людей, которым мы доставим поистине наслаждение, поистине удовлетворение и понимание, что такое Дягилев и что такое русский стиль. И костюмы, и эскизы к ним превратились в самостоятельные предметы, интересующие коллекционеров. Этот факт свидетельствует о реальных масштабах затеи Сергея Дягилева и ее воплощения. Материальные остатки растут в цене, нематериальные признаны бесценными. А словосочетание «русский балет» стало неотъемлемой частью русской культуры. Среди множества литературных премий, существующих сегодня в российской культуре, международная Шолоховская выделяется по нескольким причинам. За ней не стоят мощные финансовые силы, ее не вручают гламурные меценаты. Она не имеет широкого резонанса в средствах массовой информации. Но у этой премии есть важная особенность. Она отмечает патриотизм и талант, причем не только писательский, но и талант лидера. Со времени основания Шолоховской премии, а это 1993 год, ее лауреатами стали известные писатели Бондарев, Викулов, Пикуль, политический деятель Геннадий Зюганов, президенты Фидель Кастро, Александр Лукашенко, Слободан Милошевич, патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Наш следующий сюжет о том, кто стал обладателем международной премии имени Шолохова в этом году. Международная премия имени Михаила Шолохова учреждена 16 лет назад и по сложившейся традиции вручается в канун дня рождения писателя. Учредители премии – Международное сообщество писательских союзов, Союз художников России, издательство «Советский писатель» и Московский государственный гуманитарный университет имени Шолохова. Во главе комиссии по присуждению – известный писатель Юрий Бондарев. Я вас поздравляю! В этом году лауреатами почетной награды стали 12 писателей и деятелей искусства из разных городов России. Среди них москвичи Владимир Степанов, отмеченный за документально-художественную повесть «Полигон судьбы моей», Виктор Михайлов и Анатолий Дьяченко, подготовившие к печати сборник «Опаленные в борьбе при создании ядерного щита Родины». В числе лауреатов – писатели и поэты из Санкт-Петербурга, Архангельской и Тамбовской областей, Чувашии и Украины. Высокой наградой отмечены живописцы Павел Лешуков за альбом акварелей «Мое Лешуконье» и Сергей Гавриличенко за художественный альбом «О казачьей жизни», а также знаменитый бас Большого театра, народный артист России Владимир Моторин, многие годы исполняющий ведущие партии в русских операх. Утверди, Боже, воле твое тебе. Историй о маленькой экстравагантной французской женщине, перевернувшей мир моды, огромное количество. И одна из них превратилась в фильм под названием «Коко Шанель и Игорь Стравинский». Картина о любви великой мадмуазель и русского композитора завершала 62-й Каннский фестиваль, а в России она была представлена в рамках фестиваля «Черешневый лес» в Центре современного искусства «Гараж». Для зрителя магия кино заключается в том, что, наблюдая за развитием сюжета, невольно становишься участником истории, разворачивающейся на экране. Мы оживляем в собственном воображении героев, созданных артистами, даже если этих героев на самом деле и не существует. Вымысел, созданный авторами киноистории, для нас, зрителей, становится реальностью. История любви Коко Шанель и Игоря Стравинского – вымысел, а может и нет. Что могло связывать француженку Габриэль, законодательницу моды, и русского композитора, совершившего революцию в мире музыки? В
Вся прелесть работы с реально существовавшими людьми в том, что можно узнать массу фактов об их жизни. Чем я и занималась, штудируя литературу о Шанель, что мне весьма помогло справиться с тревогой, которую испытываешь, берясь за эту роль. Идея фильма возникла благодаря книге «Такой Игорь», написанной много лет тому назад Крисом Гринхофом. Увидев однажды Шанель и Стравинского на одной старинной фотографии, он был впечатлен своеобразием и оригинальностью этой пары. Позже автор книги с удивлением обнаружил тот факт, что Коко и Игорь жили параллельными жизнями. Их взлеты и падения в личной жизни и карьере происходили практически в одно и то же время. Совпадение есть и в другом, например, в сочетании цветов черного и белого. Клавиши рояля черно-белые, одежда Коко тоже. Я также уловил связь между нотами ароматов и нотами музыки. Реальных доказательств существования романа между Стравинским и Шанель не существует. Но, тем не менее, историки и биографы с большой долей вероятности предполагают, что он все-таки был. Факты, представленные в фильме «Коко Шанель и Игорь Стравинский», сплелись в один клубок. А их не так уж мало. Коко помогала Игорю в самые трудные времена. Когда премьера знаменитой «Весны священной» окончилась провалом, Стравинский остался с четырьмя детьми и больной женой почти без средств к существованию. Шанель пригласила всю его семью на свою виллу, взяв их на полное обеспечение. Впервые услышав музыку Стравинского, Коко была восхищена и загипнотизирована ею. Для нее Игорь Стравинский и эта музыка смешиваются воедино, становятся совершенно неразличимыми. Была история любви к той музыке, которая проходила сквозь Игоря, как некий космический, как некий канал божественный. И, конечно, никакая женщина, никакие женщины не могут быть в сравнении с тем, чем обладал муж Катерины. Особое внимание режиссер уделил языковому вопросу. Изначально фильм должен был звучать на английском, но для Яна стало крайне важным ввести в картину французскую и русскую речь. Я слышу больше страсти в твоей музыке. Один из самых важных элементов фильма – воссоздание «Весны священной» в эпизодах, открывающих и закрывающих фильм. Было важно непрерывное течение этой сцены, поэтому нужно было взять из музыки Стравинского тот отрывок, который я мог бы взять целиком, не разрезая на части. Это было сложно. Еще было сложно сделать так, чтобы зритель почувствовал себя находящимся в том зале, театра Елисейских полей, почувствовав себя полностью погруженным в атмосферу этого события. Ты создал необычный новый язык. Коко Шанель и Игорь Стравинский – амбициозный с художественной точки зрения проект, позволяющий зрителю понаблюдать за возможными отношениями двух культовых личностей, перевернувших представление о музыке и стиле в одежде. Становится совершенно неважно, насколько достоверны эти события. В будущем году исполнится 110 лет одному из самых крупных и ярких советских художников – Александру Дейнеке. Он был, как теперь говорят, культовой фигурой эпохи. Поэтому к юбилею начали готовиться заранее и в Курске, на его родине, и в столице. Живопись Дейнеке Третьяковка покажет через год, а сейчас на Крымском валу экспонируется более 120 графических работ из собрания Курской картинной галереи его имени. Социалистический реализм не ругал только ленивый. Но во всякую эпоху появляются мастера, чей талант больше любого направления. Александр Дейнеке – великий художник. И это видно не только в его знаменитых полотнах, украшающих залы живописи 20 века на Крымском валу. Любой набросок, эскиз, журнальный рисунок из Курского собрания подтверждает масштаб его дарования. Сейчас не принято хвалить работы советского периода. Наоборот, принято относиться к ним несколько снисходительно, потому что это и конъюнктура, и что-то такое, что, в общем, связано с политикой, и, может быть, даже среднего художественного качества, но это абсолютно ложное утверждение в отношении творчества Дейнеке. Он, безусловно, был заодно со своей эпохой и своими согражданами, строившими социализм. Он, конечно же, разделял их энтузиазм и все характерные увлечения предвоенной поры. Индустриализация, чудеса техники, спорт. В рисунках Дейнеке настоящий культ тренированного мощного тела и мужского, и женского. В этих обнаженных упоение красотой силы. Он и сам был сильным и необыкновенно работоспособным. Рисовал едва ли не для всех популярных журналов. Сегодня очевидно, что самое ценное в издании с характерным названием «Безбожник у станка»
Его блистательная графика – точная, виртуозная, остроумная. Предвоенный Дейнеко – квинтэссенция всего светлого, во что страстно хотелось верить, несмотря ни на что. Зато рисунки военных лет – воплощенная трагедия. Поруганная красота и гармония мира. Разрушение, смерть, тлен. Его военные графические работы отличаются, с одной стороны, эскизностью, потому что, когда он ездил на фронт, естественно, сложно было создать монументальное полотно, когда ты едешь в грузовике, и кругом холод и разруха. Но они удивительно цепко ухватывают вот эту вот трагичность войны, ее какую-то разрушительную силу. Многие работы выставки в Москве впервые. Но самые замечательные – все они вошли в роскошный альбом, подготовленный издательской программой «Интерроса». Художник тома Евгений Корнеев, воодушевленный творчеством Дейнеко, создал дизайн, который понравился бы самому мастеру. Книга издана просто прекрасно, и работы Дейнеко иногда небольшие, здесь изданы на лист, что, в общем, меняет взгляд на них, потому что они даже самые маленькие, крошечные, держат это пространство листа, и, я думаю, держали бы и пространство стены тоже. Выставка графики Дейнеко названа по инициалам художника. Да, в духе времени. Коротко и ясно. И оптимистично. На сегодня это все. Мы всегда в курсе самых интересных событий культуры. Встретимся через неделю. Всего хорошего.